Так, все. Гоним. Все, мне надо рисовать всякие темки, а вы должны их угадывать. Вы не знаете, что здесь будет. Так, во-первых, сильно громко, очень сильно громко. Все, сейчас с кайфом пойдем гамать. Угу. С кайфом, да не с кайфом, пацаны. Знаете почему? Потому что я же ваши сообщения-то видеть не буду ни хрена. Как хорошо, что у меня есть эта программа. Ссылка в закрепленном комментарии. Шапкин нахрен профиля. Сейчас все будет. Игруха прикольная вообще. Она уже вообще не новая, конечно, но с вами хочется поиграть. Так. Блин. Сложно, слушай. Так, все вы видите? Все вы видите. Блин, я не знаю, как это показать. Ну ладно, я попытаюсь. Короче, вот типа этот чел. У него прям вот так. Пишите в чат, короче, свои предположения, слова свои. Ну, блин, это, короче, ну что вот это такое у него? Он такой много кушает у него вот здесь вот. Что это у него здесь вот? Много кушает. Ну, подсказка. Ну, не знаю, как это нарисовать просто. Пишите таймер, таймер, таймер. Не, не хомяк. Ну, чувак наел большие. Чувак наел большие. Это парень, мужик. Неважно, парень, девушка. Короче, он наел большие. Что он наел большие? Ну, чуваки, вы чё? Ну да, только одна, как называется? Одна. Одна, как называется? Ну, с кайфом. Кто первый? Шаман Икс, е-е-е, набирает баллы, смотри, там сверху. У Шаман Икса баллов. Видал сколько? И-и-и-и. Дальше идем. Ну давай, это в принципе не сложно. Так. Думаю, вообще не будет сложно. Особенно Тёме. Так. Эта мышка, серьезно? Воу, Лёха, красава! Забирает. Соревнуется. То, что он раньше ответил, смотри, ему баллов больше. Короче, потом итоги подведем. Все потом. Ну, пусть будет вот этот цвет. Так. Я просто не знаю, как еще. Блять, ну что? Как там это вот так? О, красавцы, красавцы же есть. Цапель, цапель. Блин, ну как будто это проще, ну давай вот это, ладно. Так, пожирнее сделаем чуть-чуть, чтобы вот так, хоп. Ну, вот, в принципе, все. Все, что могу предложить. Эй, Тёма был первее, Тёма был первее. Красава. Так, давай вот посложнее теперь. Ну, наверное, не знаю, посложнее. Посмотрим. Посмотрим. Наверное, посложнее.
Так, 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 так. Подожди, подожди, подожди. Come on, baby, come on, baby. Я же забыл, что мы рисуем-то, я забыл. А, во-во-во-во-во-во-во. Почему в моем голове, блядь, это было просто? Ну почему это было просто? Ну ладно. Красава, красава. Я думал, я легче это нарисую, блядь. Блин, вот это будет сложно. Вот это как будто будет сложно. Красавцы, красавцы, пацаны. Так. Вот это как будто бы сложнее будет. Какое слово-то я забыл? А. Ну, условно там, я не знаю, не суть там, может как-то изобразить это все, там что-то. Не, ну не станок, вы чё, какой станок? Не знаю, ну пусть вот так еще будет. Ну, давайте вот такое еще бывает. Например, я не знаю, там. С чем там? Да хоть с чем, блин. Ну, наклеивать штука такая. Типа наклейки, там, стикера, вот что-то такое. Не, типа стикера. Но на разных форм может быть, не суть вообще важно. Наклеивают, как стикер, что это может быть? Ну, на портфель могут наклеить, не знаю, на хоть чё, блин. Не будет картинка. Нет, блин. Это наклейка. Наклейка. Ну, это я плохо показал, согласен. Согласен, пацаны. Так, вот сейчас хорошо будет. Так. Типа, оп. Ну, ладно, будет типа... Так. Блин, у меня в голове такое изображение красивое. На самом деле такая хуетень вообще полная дичь просто. Еее, рыбалка, кто ответил? Шаман Икс, красава. Так. Так. Так, так, так. Ну, вроде все. Давай ему тут типа нос сделаем. Ну или рот, я не знаю, что это такое. Блин, а почему не засчитывает? Потому что ты... Лёха, ты правильно написал, только там почему-то он не через Ё, а через Е. А так правильно. Ну, видишь, надо отдельно, Тёма, ты нет. Да, вот. Красавцы. Так, давай вот это. Вот это прикольно. Даже не знаю, как это нарисую. Постараюсь что-то типа... Ну тут гадайте, тут, блин, это может быть все что угодно, как говорится. Ну лист, да, ну лист чего?
Да ладно, Лёх, не огорчайся, чё гонишь? Лист чего, как бы? Давайте вам продолжу, но это не это слово, но как бы вдруг. Как бы вдруг. Тут, допустим, у нас кубики льда, там вот это вот все похоже на кубики льда. А лист куда добавляют, кладут там в коктейли, вот это все. Ебешь рынок, ебешь. Блин, то и то сложно. Просто ебешь рынок. Так. Ну да, попробуем. Так, он же у нас примерно вот такой, наверное, да? Ну-ка, побольше сейчас сделаю. Ну почему-то я таким захотел его изобразить. Муравей, молодцы. Говно. Сейчас опять коричневый будет, пацаны. Так, опять коричневый. Мое искусство, такое искусство, что... Так. А не свинья, но рядом, рядом. Но не свинья, наверное, вот такой у него. Ну, не свинья, там шерсть у него там такая. Вот так вот что-то типа. По кайфу же есть, по кайфу. Блин, это сложно, капец. Так. Постараюсь как-то изобразить. Типа вот так. Обратите внимание, главное, что за предмет он держит. Такой как бы он. Ну как еще изобразить? Тут ноги не столь важны, но пусть будут ноги. Еще, допустим, у него есть вот такая движуха. Не-не-не-не-не. Кудри там вот такие, поняли? Вот первые две буквы. Еще одна буква, успеваем. Это кто? Не угадали. Чуть-чуть не угадали. О, вот это нормальная тема. Так. Кто молодец? Шаманекс.
Так, это слово уже было, почему? Ну ладно, все, это другое. То уже было. Так. Ну и допустим, там как бы не суть, ну вот там, допустим, такие какие-то темы там. Такие какие-то темы там. Ну такое, чтобы наваристый был, так сказать. А это у нас будет стоять тогда вот так. Суп. Тёма вообще ебёт жесть. Так. Угадать, что за рыба, как бы, что еще могу сказать? Больше ничего не могу сказать. Просто угадывайте, что за рыба это. Не-не-не, не самолет. Рыба. Рыба, брат, рыба. Тут. Итак, у Шаманыкс 341 балл, у Искандера 207, Бублигум 24. Ну чё, прикольная игруха же, да? По кайфу жесть. Прикольная, мне кажется. С кайфом прям. О, у тебя есть серенький этот? Ничего себе. А чё, я серенький тоже добавил? Прикольно, серенький, то есть я добавил, да? Подожди. Хорош. А куда я серенький? Подожди. Чё за прикол, у меня серенький бесплатный, что ли? Не понял. Чё выбился случайного смайла? Это ты как? Типа купил как-то, что ли? Чё за приколы? Прикольно, то есть ты можешь за вот эти вот битсы, вот эти, короче, монетки, да, фигачить себе случайный смайл тебе выпадает? Ля, прикольно, слушай. Вообще с кайфом поздравляю, Скандерыч. Прикольно, слушай. Одна у меня модерация почему-то проходит. То есть у тебя теперь сильвер статус. Ну как, не статус. Денис, здорово, Денис. Алкин пенис. О, кстати, Алкин пенис, он что, онлайн же? Алкин пенис, заходи в поболтовку в Боги Олимпа, пожалуйста. Ну, в мою, в этот серый канал в Дискорде. Побалакаем. Если хочешь, конечно. На 24 часа один раз. Прикольно. Не, ну сам факт, что прикольно, что можешь выбить за вот эти битсы или что. Баллы канала, короче. Прикольно, блин. Прикольно. Влажный Денис. Пойдешь общухаться? Так. Работа, завтра спать. Понял, услышал, брат. Почему ты красненький в чате? Интересно. Почему у тебя красненькая такая штука? Просмотр без звука как-то. Ну ладно.
Мне это все теперь вникать вообще надо. Как понять, сразу логиниться? Начать. Так, ну все, погнали, парни. Блин, ну это изичная тема. Я говорю, компаньонку Twitch дал, теперь могу, видишь, это... Я работать. Ну, ё-моё. Так. Короче, не суть, чё это, чё я заморачиваюсь-то так прям? Вууу, Walking Dance, красава. Так. Вот это будет сложнее. Ну хотя как сложнее, смотря как нарисовать, блин. Это по Денискиной теме. Ну вот такая еще бывает, например, там не суть. Может, я сейчас запутаю, ну ладно, хрен бы с ним. Какие еще бывают? Ну, их много. Леха вообще был... Во-во-во. Красава, Леха, красава, ё-моё. Пись-п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 ись. Оно так делает, ну да ладно. Как бы мои полномочия, все. Ты шаришь, Денис, во всех этих штуках? Ты мне расскажешь? Примерно разбираюсь, настроил он. Я про компаньонку там отвечаю, типа, какой хлеб? Вы что, гоните, что ли? Какой хлеб, ну? Ну еще раз давай нарисую. Почему он их округляет? Вот так, типа, не знаю, вот так. Неужто я плохо написал? Какой батон, да вы чё? На приколе, что ли? Иконка самая такая популярная. Кастрюля. Ебать. Ебать. Хорошо, вот рядом с этим сопутствующая такая история. Вот. Ебать. На банку пересесть можно? Ебать. Вы что, гоните? Ну близко, что пишут и отправляют. Стул, ага. Сядем на стул, нахуй. Ля. Ну вот почта, ну на почте что отправляют-то? Ля. Письмо слово было. Письмо. Письмо. Так, сейчас берем самую большую штуку. Так. Ну, вы должны угадать. Давайте, пацаны. Постараюсь. Так, постараюсь. Ну, допустим, еще вот добавим таких специй, нахуй. Ну, там что, я не знаю, как это рисовать, нахуй, ну, там всякого. Побольше вот этого. Блокнот. Ну, наконец-то. Бум. Так.
Ты просто прокрас хороший делал. Ну как сказать, ягодка? Нет, не ягодка. Нет, не яблоко. Е-е-е, у нас победитель! Ну, в конце посчитаем. Так, сейчас брутальную тему сделаем. Так. 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 Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, давай еще вот так пусть будет. Ну, рядом, рядом, рядом. Костюм тройка, знаете кто, нет? Что в него входит? Не пиджак. Жилетка, вот рядом с жилеткой прям. Прям рядом. Жи, жи, что вам подсказываю? Жи, жи, жи. Ну, только по-мужески не скажи, не жилетка, а жи. Ну так, ха, лет, жи. Жилет, ёп. Лучше для мужчины нет. Ну, допустим, пусть будет вот такой вот пацанчик. Это типа усы у него. Пусть будет шляпа такая у него. Ну, возможно, не на то я тру, это как бы так. Но суть-то какая, что... Ай, мама Джан же, бак, и мама Джан. Бурит, а ему, блядь, лишь бы поесть, сука. Пенис, блядь, ёп. Денису лишь бы поесть, ну. Кстати, вот так можно сделать. Так, 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 так. Чё? Ну какой хлеб? Кто у нас красавчик? Алкин Пенс. Чем-то решил с этого элемента начать. Ничего себе, красавчики. Я думал, долго буду. Серега. Во. Блин, ну ладно, хочу эту. Хотел это.
Денисова тему там было слово наггетсы, но я другую сделал. Как бы все. Ну, близко, но не гора. По кайфу. Во, это точно Денисова тема. Да, да, ага, сосиска, ну. Ну, батон, ну, близко к батону, пацаны, ну, чё вы? Ну, давай посветлее нарисую. Французский же есть хлебобулочные изделия. Ну, не. Как батон только... Французский, хрустящий такой. Неправильно, ошибка в твоем слове. Вот, красавчик. Багеда, так. Динозавр, не успел зарисовать, динозавр. Блин, а как ее еще показать-то, ё-моё. Да какая доска, ты чё гонишь, что ли? Ну, разновидность змеи. Какая змея, вопрос? Вопрос такой, бля. Какая змея? Тут вопрос такой. Ну, давит он такой, давит. Давайте по центре. Ну, вы даете. Осталось набрать еще 1000 битс. Вот как битс эти работают? Кто? Вот, да, вот Денис, давай, пока ты здесь, братка.